Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха – главное событие года для христиан и самый большой православный праздник. Наша съемочная группа побывала в нескольких храмах Северского района на торжественных богослужениях. Объезд начали с храма Казанской Божьей Матери Станицы Смоленской. Среди встречающих праздник были и глава района Андрей Дорошевский, а также другие официальные лица. Далее посетили Свято-Георгиевский храм поселка Афипского. На службу пришло так много прихожан, что попасть внутрь удалось не сразу. Под звон колоколов собравшиеся вместе со священнослужителями совершили крестный ход вокруг храма, изображая тем самым хождение мироносец и учеников Господа к его гробу в утро воскресения. В Свято-Никольском храме поселка Ильского встретили благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет воскресения Христова. Это главный символ надежды для православных христиан. Утреннюю литургию застали уже в храме святителя Спиридона Тримифунского Станицы Северской. День Светлого Христова Воскресения для христиан – это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, а вся пасхальная седмица празднуется как един день.